прокат идет круг-овал, дожимается до определенного размера, и уже в эти шайбы подается, и после них, соответственно, то есть получается... это уже на финише, да? Да, это уже готовый профиль после них идет. В вальцетокарном отделении сортопрокатного цеха металлургического завода Балаково проходит экскурсия. О тонкостях производства здесь рассказывают преподавателям Поволжского колледжа технологии и менеджмента. Сами они в теории, конечно, знают, как работает тот или иной станок, но вот увидеть это на практике не всегда получается. А ведь студентам необходимо дать знания, которые они потом смогут применить. В каждом производстве есть своя специфика. И металлургический завод Балаково, конечно, не исключение. Сейчас эта экскурсия показала, насколько специфично это производство. И нам крайне важно знать и понимать, нашим преподавателям крайне важно знать и понимать, для какого производства мы готовим кадры. Профессии токаря, оператор станков с программным управлением, это сварщики, это наладчики. 17 профессий специальностей мы выпускаем. Фактически все они имеют возможность проходить производственные практики здесь. Металлургический завод Балаково – это современное производство, оснащенное всем необходимым оборудованием. На заводе трудится около 2000 сотрудников. Предприятие растет, и молодые кадры здесь необходимы. Педагогам показали, как работают ремонтно-механический цех и вальцетокарное отделение сортопрокатного цеха. Здесь наставники увидели множество станков, которые имеются только на этом заводе, а также оборудование, которое знакомо студентам колледжа по учебной программе. Обрабатывающий центр вот такой же, как с таким же ПО. Ограниченное количество человек здесь может проходить уже практику в реальных условиях, используя то, что они уже умеют. Ну и получать, естественно, новый опыт. Педагоги во время экскурсии отметили, что их студенты проявляют интерес к металлургической отрасли. Многие хотели бы прийти работать на завод. На этапе обучения важно поддержать стремление ребят. И здесь играют важную роль именно педагоги. И поэтому экскурсии на производство нужны не только студентам, но и самим наставникам. Первый заместитель генерального директора металлургического завода Николай Лигус отметил, что выпускников колледжа уже можно встретить среди работников предприятия. А это значит, что сотрудничество дает свои результаты.